Пять лет назад в Московской области по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева появился масштабный проект по сбору и переработке отходов «Мегабак». С каждым днем к данному проекту присоединяются все больше подмосковных жителей, которые правильно сортируют отходы, помогая Подмосковью стать чище. В Красногорске по адресу улица Коммунальный квартал, дом 20, в торжественной обстановке открылась новая площадка сбора и переработки отходов. На открытии присутствовали активисты Ассоциации общественного контроля Московской области, представители АО «Петромакс», обслуживающего площадку, и администрации округа. На сегодняшний день в рамках топ-15 округов мы вошли в этот топ. У нас 14-я мегабак, площадка, которая организована на территории Красногорска. Что такое площадка мегабак и для чего она в принципе служит? Площадка мегабак — это для организации сбора вторичного сырья. Это не просто житель сюда привез вторичное сырье, он его привез и он за это получил денежное вознаграждение. На площадке можно сдать любое вторичное сырье, начиная от неисправной или устаревшей бытовой техники, заканчивая пластиком и одеждой. Также организован обмен книг и детских игрушек. Юлия привезла в мегабак одежду и пластиковые бутылки из самой Истры. За сданные на переработку отходы получила честные деньги и удовлетворение от воплощенного результата своей, в том числе, работы. У нас в Истре тоже планируют открыть мегабак новый. У нас есть старый, у вас раньше не было, а у нас был. Но вы нас опередили, вы сделали быстрее, чем мы. Поэтому пришлось мне все мои огромные баулы с пэтом везти сюда. Радостно за вас очень, завидуем вам. Страшно, очень хотим себе такое же побыстрее, но нам еще нужно время. Так что мегабак, мы вас очень ждали. На сегодняшний день тема экологии стала одной из наиболее популярных в обществе. Подмосковье – лидер среди регионов Российской Федерации в реализации национальных проектов в сфере экологии и экологических инициатив.